Одесситы сегодня писали в социальных сетях. Ну вот специально планшет взял, чтобы процитировать. Пишут, есть информация о том, что именно сегодня состоится некая акция защиты русскоязычного населения вежливыми зелеными человечками. Мол, за последние недели в Приднестровье переброшено не менее 700 бойцов российского спецназа. Другой пост пишет о том, что в Приднестровье направлено большое количество сотрудников ФСБ. Ну и вся Одесса гудела, мол, они просачиваются через границу и уже действуют на территории Одесской области. Что же на самом деле происходит в Южной Пальмире, узнаем у нашего одесского корреспондента Андрея Анастасова. Добрый вечер. Эти выходные Одесса пережила спокойно, каких-либо конфликтов или провокаций не зафиксировано. Напротив, на рынке Привоз даже состоялся примирительный флешмоб. Музыканты филармонического оркестра прямо посреди рыбных рядов исполнили знаменитую «Оду к радости» Бетховена. Артисты пришли в обычной одежде, растворились среди людей и, конечно, порадовали как продавцов, так и покупателей рынка. Предлагаю посмотреть фрагмент флешмоба. Кроме того, в Одессе сегодня состоялся марш пророссийских сил. По данным милиции, в нем приняли участие 2000 человек, по данным организаторов 25 тысяч. Главное требование демонстрантов – освободить их лидера Антона Давидченко. Активисты арестовали несколько дней назад и отправили в Киев. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Участники марша выдвинули властям требования за неделю освободить всех политзаключенных. В противном случае обещают следующее воскресенье пойти колонной на Киев. Вот что они говорят. Один за всех! Выдвинемся мирным шагом на Киев и будем менять просто людей, кто там, ну, через каждые там 2 километра садится, проехали, поменялись. И так будем идти, покуда нас не услышат, потому что мы не хотим войны. Мы против войны и против раскола страны. Мы за единую Украину. Кроме того, пророссийские настроенные организации в Одессе говорят, что намеренно не предпринимают каких-либо радикальных действий, мол, не хотят наступать на грабли своих предшественников. Дмитрий. Андрей, спасибо большое. Ну и снова опираясь на социальные сети, отмечу, что вот этот флешмоб, который сегодня прошел в городе, вызвал просто бурю эмоций. На самом деле, артисты филармонического оркестра под руководством американца Хобарта Эрла пробрались в знаменитые рыбные ряды, не менее знаменитого Привоза, и играли «Оду к радости». «Ода к радости» – официальный гимн Европейского Союза, так что это был тонкий намек в одесском стиле. Ну и, конечно же, такое может быть только в Одессе.